Привет, моя звездочка! Я прямо сейчас практически уже буквально через пару часиков убегаю к своей подружке любимой. У нее день рождения, мы будем смотреть клипчики и всякое разное. Но перед уходом я такая думаю, блин, посмотрю еще клипчики с айвиками. Я чувствую себя какой-то бездонной бочкой. Вы понимаете, мне все мало и мало и мало. Кстати, у Monsta X новый японский релиз. И пришел донат на этот клип. Прислала его Зайка Леся. Ты прислала, скажи мне, зачем столько денег? Пожалуйста, не надо. Столько много, я пугаюсь, когда захожу в свой личный аккаунт и вижу там слишком много денег. Привет, Ари, и мой любимый смайлик вот этот строчкой. У Монста сегодня вышел новый клип на песню Ex Phenomenon или Phenomenon или Феномен Он. И песня, и клип мне очень понравились. Я хотела бы увидеть твою реакцию. И опять какой-то безумно милый смайлик. Это котик, это кто? Люблю тебя и желаю всего самого лучшего. И сердечко, спасибо большое. Ребята, не шлите мне столько денег, пожалуйста. Я правда чувствую себя сильно нескромной. Окей, хорошо, прямо сейчас смотрим новый японский релиз. Поехали. Так, ладно, песня сразу крутая, с первой секунды, миллисекунды. Клип очень странный, но очень динамичный. Господи, какие кадры, парни с пушками! Капюшоны, я поняла! Такой переход. Опять-то у него грудь открытая. Или мне показалось, может, я уже придумываю себе. У них такие красивые глаза у всех. Мне иногда кажется, что вот они нереальные, как будто их просто взяли, нарисовали, и они ожили. Подождите, стойте. Это так круто и так неожиданно было. Он это что делал только что? У нас чуть... Ой, господи, это красиво ему еще в этих очках. Ой, так нежно. Мне такое ощущение, что они... 54 песни смешали в кучу, и получилась одна, вот да. Слушайте, ну я не могу, у него такие глаза, прям обалдеть. Хотела побить. Ой, ну все, а тут уже такие милашки, великие мячики. Ой, как он смотрит, Минхёк, а? Блин, песня такая странная, но такая прикольная. Я люблю такую музыку. Да что вы! Уселись, значит, стали красиво на нас смотреть. Здрасте. Я не могу, ребята! Это настолько вообще просто выноса мозговыносящий. Вот так. Ой, мне нравится у Минхёка там какая-то так, камера. Там какая-то такая одежка у него. Слушайте, вот эти кубики, вот это все, вот эти какая-то анимация странная такая. О-о-о! Еще больше кадров. Мне вот этот котик, ну, очень нравится. Ой, блин, все в огнях такие. Я не успела осмыслить, что только что происходило. Это капец, насколько был клип оторванный. Я не знаю, я не успела всех парней достаточно хорошо рассмотреть. Песня вообще шик, вот правда зачетная. Вот прям, я не знаю, все вот эти куски разные там, которые были смешаны, мне не все понравились, и они все разные. Вообще лирические такие, и жесткие такие, и просто такие вот, эдакие. Так, короче, хватает моего словарного запаса. Нужно бросать смотреть клипчики, нужно
нужно эти книжки читать, хотя я и так вроде читаю, но все равно. Так, кого? Ну, Даша, ну, можно я здесь выделю? Да, не знаю. Мне кажется, в последнее время я тоже его выделяла постоянно, не? Обычно это был Минхёк. А, ну, и первый кадр с Вон Хо. Он, наверное, самый решающий был. С первого кадра ты такой... И не выдыхаешь до конца клипа. Прикольно, мне нравится, что у парней разные релизы, очень разные. И вроде бы они в своем стиле остаются. А какой у них стиль? Крутой. Поэтому и остается в своем стиле, чтобы они не показывали, это все круто, и они в своем стиле. Окей, ладно, ребят, я очень хочу услышать ваши отзывы, потому что, может быть, у вас получится более складно выразить впечатление от происходящего. Здесь, конечно же, будет опрос, где мы можем статистически посмотреть, кому насколько зашло. А на этом все. Еще раз спасибо огромнейшее Саранхайо за заявочку. И именно поэтому мы клип посмотрели так быстро и вне очереди. Там еще у нас TXT, как бы еще другие видосики, которые я хочу посмотреть. У DSX что-то вышло, не знаю, как успеть. По сегодня убегаю, потом, ой, короче, не буду вас посвящать в свою бурную жизнь. Но все равно мне очень приятно, что, несмотря ни на что, я всегда могу возвращаться на свой канал и вместе с Айвиками проводить так чудесно время. Все, я пошла. Саран-саран, с вами была Ариран. Я всех целую, люблю. Пока-пока.